Всем привет, народ, с вами Адриар. Ну что, вы готовы к новому розыгрышу? Раз появился я, значит, будем разыгрывать новый аккаунт. Этот аккаунт будет не в Boom Beach, он будет в Clash Royale. Буду разыгрывать именно аккаунт в Clash Royale. Мне его любезно предоставил подписчик, сказал ему не надо, уже больше на нем играть не будет. Этот аккаунт на 9-й арене, то есть очень, в принципе, крутой плюс, но он 6-й левел. То есть чувак очень классно играл, но решил забить, на него нету времени. Поэтому он мне отдал его специально для розыгрыша. И я между своими подписчиками, конечно же, его разыграю. Чтобы выиграть этот аккаунт, как всегда, надо под моим видео поставить лайк, написать коммент и подписаться на мой канал. Давайте сейчас посмотрим на этот аккаунт, что из себя он представляет. Смотрим. Так, давайте, народ, я покажу вам, что этот аккаунт из себя представляет. 6-й левел, 2600 кубков. Ну, это, блин, короче, это много, это очень много. 442 гема, 8000 голды. Как раз этой голды вам хватит, в принципе, на то, чтобы прокачать до 7 левела. Если вы захотите вдруг поднять 7, а не, например, на 6, похвастаться, что есть такой аккаунт на 6 левеле у вас и 2600 кубков. Дальше здесь, что у нас по деке? Вот такой декой чувак тащил. То есть именно такой декой вот мой подписчик смог набить 2600 кубков. Валькирия, принц, скелетики, зап, стрелы. И здесь уже идет арбалет и орда миньонов по воздуху. И легендарочка. Здесь одна легендарка всего. Это бревно. Вот такой именно дек он затащил 2600 кубков. И давайте посмотрим, как вообще у него это получалось. Блин, давайте, я не знаю, какой-нибудь повтор. Против какого-нибудь такого большого левела. 9. Давайте посмотрим. Вот именно 9 левел. Ну, это 8, почему 8? А, так, на тот момент, видите, он был 8. Но это значит, если он получил сейчас 9, значит, это буквально пару дней назад было. И был 8, ну, на грани 9. То есть, ну, карты, соответственно, очень большие. Так, через Вальку. Вальку выпустил по левой стороне. И здесь уже будет к ней подкреплять... А, арбалет по правой, видите? Просто повтор я не смотрел, поэтому для меня он тоже, как и для вас, в принципе, нов. Да, арбалет, как видите, чувак даже не решил контрить, хотя зря. Это просто минус косарь ХП, просто минус косарь сходу, даже больше, чем косарь. Но зря он все-таки не решил контрить этот арбалет и что-нибудь все-таки выпустил по правой стороне, чтобы как-то его законтрить. Те летающие эти мухи от ночной ведьмы, не до мухи, это очень мало. Так, отлично, отличная контра Хогу. Вообще отличная контра. Один раз только ударил. Так, и что? Принц разгонится. Но да, но не ударит, конечно, он, да. Две тычки, и все, и буквально. И он сдох. Снова Валька. Теперь Валька идет по правой стороне. Это уже будет пытаться выйти на эту башню, на правую, у которой меньше всего ХП. Хотя, как видите, один раз Хог ударил, плюс яд. Ну, 1550 тоже так неплохо. Так, пошел арбалет снова, он включится. Да, но чувак, блин, а что такие тормоза-то, ё-моё. Он бы мог успеть нормально выпустить что-нибудь. Да, а, блин, конечно, Хога подмог. Ну, блин, сомнительное такое удовольствие вообще. Да, все, это минус уже одна башня, это просто минус одна башня. Так, законтрен полностью мушкетер. Оп, ну да, не, это, конечно, классно прошелся палач своим спиннером, но уже это не то, совершенно не то. Оп, еще раз пройдется, еще раз, наверное. Да, но, как видите, сейчас вторая сторона пойдет страдать. Ну, какой Хог, да блин, да ё-моё, что-то вообще как-то это, если честно, это... Рак какой-то попался, блин. Ну или он настолько грамотно вообще раскидывает карты, что второму чуваку просто ничего не остается делать, как терпеть. Терпеть боль. Так, так, так. Что, 25 секунд и выйдет куда-нибудь или не выйдет? Да, Валькирия, оп. Ох, четко видели, четко. Все-таки яд был брошен. Но 12 секунд, 10. А, нет, все, у него просто нету именно для быстрого пуша ничего, никакой. Вот Хог был, но он еще пока вот сейчас только прокрутится и уже не успеет ничего сделать. Да, это победка. Здесь остальные карты, в принципе, прокачаны на очень маленький левел. Это делалось все для того, чтобы сохранить 6-й.
как можно выше добраться именно на маленьком левеле. Единственный минус этого аккаунта, сразу скажу, имя изменить нельзя. То есть изменить имя у вас не получится. То есть поэтому придется играть именно с таким ником. Ты что такое? Клана здесь, как видите, никакого нету. Вы сами вступите в свой или кому-то из друзей зайдете. И чтобы выиграть данный аккаунт, как всегда, надо подписаться на мой канал. Написать обязательно коммент под данным видео. Притом давайте писать с тегом на ВК. То есть обязательно, чтобы я мог найти вас в ВК, перейти к вам, сразу написать, что победитель. Вот тебе мыло, вот тебе пароль, удачи, играй. Чтобы не было этих розысков, чтобы все было проходило быстро. И вообще можно было бы даже на стриме списаться, написать, что ты победитель и все дела такие. Поэтому коммент, лайк, подписка. Ну, три основных пункта, всегда розыгрыши проводятся именно по этим трем пунктам. Собственно, все, что я хотел сказать по данному аккаунту, по данному розыгрышу и по данному видео. С вами был Андрей Вар. А, блин, черт, совсем забыл сказать же, когда будет розыгрыш проходить. Розыгрыш будет проходить 13 августа, то есть следующее воскресенье, через неделю. Вот, теперь уже 100% все. С вами был Андрей Вар, всем пока.